С начала текущего года в Центре занятости города Каспийска проходит информирование граждан о службе по контракту на СВО. Специалист-консультант центра проводит информационную и разъяснительную работу с безработными, состоящими на регистрационном учете, а также ищущими работу гражданами о возможности поступления на военную службу по контракту. Центр занятости населения регулярно проводит информационно-разъяснительную работу по агитации граждан для поступления на военную службу по контракту. В связи с этим 21 августа 2024 года состоится день открытых дверей с представителями военкомата города Каспийск для желающих заключить контракт на военную службу. Всех желающих приглашаем принять участие. Проводится день открытых дверей два раза в месяц с 10 утра с приглашением представителей военкомата. Важно отметить, что проходит информирование с учетом важности государственной задачи – комплектования вооруженных сил рядовым и сержантским. До заключения контракта военного с Министерством обороны желающие граждане, то есть ищущие работу, в поиске работы граждане, безработные граждане, они могут встать к нам на учет до заключения контракта и тоже получать пособие. Ну, в минимальном размере, если человек уволен, то это уже в процентном отношении от среднего заработка. То есть пока контракт Министерство обороны с ними не заключит, до заключения контракта они будут еще получать пособие. Потому что до этого тоже какое-то определенное время проходит, пока какие-то документы соберут, врачи обойдут, медосвидетельственно пройдут. С начала текущего года через Центр занятости заключили контракт с 12 добровольцами. Обратиться за помощью могут жители страны, состоящие на регистрационном учете в качестве безработных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.